Здравствуйте, граждане зрители. Разрешите представиться для тех, кто меня еще не знает. Именуюсь я дядь Саша, великий и ужасный. Дядь Саша в данном случае не акцент на возрасте, хотя мне, конечно, 44 года, ну, я понимаю, есть люди постарше меня на ютюбе. Так вот, это не акцент на возрасте, ну, а типа как прозвище. Итак, дядь Саша, великий ужасный, канал Жук-Муравейники. 22 июля на моем канале будет стрим-марафон, посвященный Counter-Strike. Не спеши выключать, если тебе не интересна эта игра. Тебе может оказаться интересно мое предложение. Вот на этом самом стриме я разыграю сугубо для зрителей стрима. То есть никаких рандомайзеров, никаких тупых случайных выбираний искусственным интеллектом победителя. Сугубо для зрителей моего стрима, кто придет в четверг, 22 июля, будет разыгран вот этот прекраснейший скин АК-47 Азимов. На АК, как вы видите, имеется именной ярлык, где что-то непонятное написано на китайском. И имеются 4 наклейки натусов Винсеров из Катовицы 2019 года. Наклейки голографические, то бишь дюжа красивые. Я, конечно, подозреваю, что после фразы «дюжа красивый» экран твоего девайса как минимум нуждается в протирке, ибо, скорее всего, ты его уже заполивал. Но придется тебе простить эту мою маленькую тупость. Кстати, о натусах. Товарищи натусы Винчеры вчераси, 18 июля 2021 года, стали чемпионами мира по версии IEM Köln, с чем их, разумеется, мы поздравляем. Александр Костылев Симпале. Если Сеня, Арсений Треноженко не врет, если дед не забыл вовремя принять таблетки, хотя он и помоложе меня немного, он сказал, что Санек-то стал, как это называется, рекордсменом по количеству эйсов на одном турнире такого уровня. Так, ну ладно, чё мы все о симпле, да о симпле. Итак, стрим 22-го 2021 года, Counter-Strike, разыгрывается вот этот прекрасный коллаж. Как принять участие в розыгрыше? Элементарно, Ватсон. Приходите на стрим, смотрите его, ждете, пока я, старый пень, задам вам вопрос. Вопрос будет касаться, скажем так, моего творчества. Я спрошу, и тот, кто первый ответит, тот и получит этот прекрасный коллаж. Сразу тебя предупреждаю, о прекрасный друг или подруга. Важно не просто первым ответить на вопрос. Вопрос будет, разумеется, с подковыркой, но касается он сугубо моего творчества на ютубе. Важно не первым ответить, а именно первым и развернуто правильно. То есть нельзя какое-то ключевое слово бросить. Я там спросил что-то, а ты вроде как знаешь, у тебя там мысли в башке скачут, и ты хоп, ключевое слово. Нет. Спокойно пишешь ответ, возможно, даже состоящий из нескольких предложений. И ты уже скажешь, ни хрена себе ты тут загоняешь, тебе там что, целый роман в стихах писать? Ну не в стихах, там всего лишь 2-3 предложения надо будет написать. Нет, ну ты согласись, на кону стоит нормальная вообще пука. АК-47 Азимов на дороге не валяется. Кстати, я, конечно, понимаю, что смотреть меня будет примерно 15 или 20 человек на этом стриме, никто на этот коллаж не кинется, и ты меня уже спросишь, а на кой хрен ты вообще тогда такая щедрость? Стоит-то немалых денег стоит. Я тебе отвечу. Лучшее, что человек может сделать в этой бессмысленной жизни, это подарить радость другому. Возможно, кому-то, кто выиграет этот скин, этот коллаж принесет радость. Я буду очень-очень доволен и счастлив. Потому что разыгран будет, скорее всего, среди моих постоянных зрителей, ибо только они смогут ответить на вопрос, который я задам. Вот поэтому, извиняюсь, уже 3 раза поэтому сказал, поэтому по губам тебе, по губам, нельзя говорить много раз поэтому. В общем, за, как там у нас в одной сказке говорится, по работе и награда. Вот поэтому, опять тебе по губам, опять поэтому сказал. Все. Так, сейчас я вам покажу, сколько этот коллаж стоит на торговой площадке. Там кое-какие еще комментарии по этому поводу, да. В общем, все поняли, приходите на стрим. А, что надо, нужна ли контра? Контра не нужна, у тебя может не быть Counter-Strike на аккаунте в Steam, ты вообще можешь в нее не играть, ты можешь ее ненавидеть.
Но ты можешь при этом любить остальное мое творчество, которое не касается Counter-Strike. Ну, кстати, в Counter-Strike я ничего интересного не показываю. Я страшный криворукий криворук. Я просто люблю играть в эту игру. Несмотря ни на что, несмотря на то, что смотрит 3 человека, что она не популярна, что... А я все равно стримлю и играю. Это, конечно, не флагманская игра на моем канале. Ну, мне нравится. А если народу нравится, то есть мне... то мы и будем играть. Вроде все вам рассказал. А, ну, нет, не все рассказал. Я говорю, если у тебя нет игры, тебе не нравится все такое, ты же этот калаш можешь продать на торговой площадке, даже если у тебя контры нет и никогда не было. Если тебе доступна торговая площадка, ты сможешь продать. Сколько стоит? Сейчас покажу и все расскажу. Вот. Ты можешь продать, ты можешь подарить другу по дороге. Сослуживцу. Если ты доктор, можешь подарить пациенту. Если ты пациент, можешь подарить доктору. Ты можешь подарить сокамернику, охраннику, вертухаю, менту, волку, извини, так нельзя. В общем, господину полицейскому. В общем, подарить можешь его кому угодно. Ты его выиграешь, и ты будешь полноправным, безраздельным его владельцем. Даже можешь сказать: слышь, дядь Саш, не надо мне его в инвентарь бросать. Подари его моему другу Ваське. Вот тебе его Steam аккаунт кинь. Я кину другу Ваське его на Steam аккаунт. Кстати, есть одно серьезное ограничение. Знаешь, в каком случае тебе нет смысла участвовать в этом розыгрыше и пытаться выиграть этот калаш? Если ты получил вагбан в Counter-Strike, тогда, скорее всего, я его тебе подарить не смогу. Потому что если получаешь бан в Counter-Strike, этакий ты негодяй за использование читов, то и весь инвентарь у тебя блокируется, и использовать, продавать и вообще куда-либо девать ты его не можешь. Можешь только писать в поддержку Steam и говорить: пожалуйста, пожалуйста, разбаньте меня, у меня же там на миллион денег инвентаря. Так, все, смотри, пошли смотреть, сколько стоит этот калаш и что вообще с ним можно сделать. Смотри, короче, ПКД, как у вас это сейчас у молодых принято говорить, ПКД, он стоит 2315 рублей. На нем есть 4 наклейки голографических, как я уже ранее говорил. И какой-то странный именной ярлык на непонятном языке. Но, обращаю твое внимание, я купил его недавно, до 25 июля я тебе его подарить не смогу. Выиграешь ты его 22-го, а вот 25-го я тебе его с радостью передам. До 25-го на нем трейд-банчик. И если будешь продавать, то прибавляй примерно 1000, потому что наклеечки больше 800 рублей каждая стоит. Так я ж понимаю, наклейки не в полной мере увеличивают стоимость скина, но частично они его тоже увеличивают. Ты про это, пожалуйста, не забывай. Резюмируем. Типа коротко. 22 июля 2021 года стрим на моем канале. И ты меня уже спросишь, а когда же он будет? Вот, вот тут-то я припас свой самый хитрый коварный ход. Это я только так сказал, что я такой добрый, просто так решил подарить. Нет, ну это, конечно же, байт на подписку. Конечно же, ну господи, ну это же байт на 3 подписчиков, которых я получу на этом розыгрыше. Итак, 3 подписчика. Чтобы я вас точно получил, вам надо найти кнопку, во-первых, подписаться на канал. Я даже настолько охреневший рожа, что я не буду здесь создавать маленькую такую... вкладочку на видео, где там такой пальчик нажимает на кнопочку подписаться и такой звон ктреньк. Не, я даже этого делать не буду. Вот, тебе нужно сделать вот это, что я сейчас все описал. Пальчик, подписаться, треньк, найти колокольчик. Я даже не буду показывать, как колокольчик найти. Тебе надо найти колокольчик. На ютубе там есть колокольчик в оповещениях. Нажать на этот колокольчик, вот. И выбрать максимальную степень оповещения. Чтобы ты... не пропустил. Там есть обо всех видосах рассказывать, а есть рассказывать только выборочно. Выбери обо всех. Потому что ты можешь пропустить этот самый стрим-марафон, где будет разыгрываться этот прекрасный АК-47 Азимов. Нет, ты не беспокойся. Я, может, тут такого дурака из себя корчу. Ты подумаешь, что у меня все ненормально с головой. Не, с головой, может, и ненормально. Но я не первый раз провожу розыгрыши. И ни разу никого не обидел. Всем, кто что-либо выигрывал, они всегда получали, ха-ха-ха, это я рукой вот так в руку кулаком стукаю, они всегда получали по заслугам. Надеюсь, и ты тоже получишь по заслугам. Итак, всем удачи, изучаем мое творчество и приходим 22 июля на стрим-марафон и выигрываем вот этот прекрасный АК-47 Азимов.